Неплохое место, Эйвор. Да. Я могу тебе чем-то помочь? Сигурд хочет первым делом отстроить твою кузницу. Я добуду серебро и припасы. А, значит, ты пойдешь в набег. Славно, славно. А, скучаю по былым временам. По грабежу, песни мечей и треску щитов. Я позвал бы тебя с собой, но другого кузнеца у нас нет. Так что ты незаменим. А, не волнуйся. Лучше буду ковать топоры. Мое место здесь, а не на скамье речного коня. Кстати, еще кое-что. Среди разбойничьего хлама я нашел карту. Там отмечены жилища саксов-монахов. Ну да. Разбойники не хуже нас знают, что в монастырях полно добычи. Возьми карту с собой. Уверен, она тебе пригодится. Слушайте меня внимательно. Мы отправимся в набег во благо клана. Поселение не отстроить без добычи. Наконец-то! Разграбить монастыри христиан будет легче легкого. Тут надо без паруса. Что мы здесь? Монастыри будут хорошо охранять. Монахи с их молитвами нам не помеха. Позже. Yeah.
Сейчас ты сдохнешь! Помоги мне, скорее! Мне тут нужна помощь! Сокровище здесь! Thank you.
Сюда, на помощь! Уходим! Что ты видишь? Thank you.
Сюнин. Ладно. Как тебя зовут? Мэй. Эйвор. Почему тебе так важно это дерево? Из-за листьев. Отец сказал, что вернется домой, прежде чем упадет последний лист. И остался только один. А отца все нет? 6 недель прошло. С тех пор, как он ушел в Линкольн искать работу. Лучше бы он остался. Еще хоть на год. Он решил, что поля не взойдут, но мы бы постарались. Твой отец, видно, честный человек. Он хотел позаботиться о тебе. Он наверняка делает все, чтобы вернуться. А значит, надо надеяться. А вот так убиваться просто нет смысла. Но что мне делать? Начать жить так, словно он вернется завтра.
что бы ни случилось с этим листом. Да, я так и сделаю. Отец сказал бы то же самое. Спасибо, Эйвор. Может быть, надо еще подождать? Пока козы не заблеют или еще чуть-чуть? Стань моими глазами, Сюнин. Что? Нет, 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 нет! Значит, все кончено. Продолжай жить, Мэй. Когда-нибудь все будет хорошо. Покажи, что там впереди. Славный был день, и все вы хорошо потрудились. Пора возвращаться домой. А ты уверен, Луки! Что где-нибудь не найдется еще пара золотых самородков? Я уверен, нет. Эй, сколько засечек? Засечек? Так, я не веду счет убитым. Их чересчур много. Ну, конечно, брат Волк. Я вот убил 26 вроде как. А, да, когда мы прибыли, их не было и дюжины. Нет, нет, ты их не видел. Они напали из леса. Парус поднять! Стой! Парус не поднять. Причалим здесь. Подожди. С доброй вестью. Мы нашли все, что... Кузница куда просторнее, чем моя старая в Форнбурге. Заходи в любое время. Лучше меня, кузнеца, ты нигде не найдешь. Конечно, Гуннар. Зайду. Рад тебя видеть. Здравствуй. Мы
нравится в длинном доме. Как будто я Ярл Скона. Саксы делят свои короля. Эйвор, сюда! Для чего эта комната? Для моего верного клинка. Для тебя. Чтобы поспать, отложить топор и побыть наедине с собой. Тебе нравится? Она мне подходит. Но мне бы хватило и простой койки у причала. Я не лучше других воинов. Дело вовсе не в этом. Ты нужен мне рядом, в нашем длинном доме. Хоть я и ярл нашего клана, мы правим им вместе. Как и всегда. Так что начинай обживаться. И встретимся у конюшни, как закончишь. Случалось спать на кроватях и похуже. Здесь можно будет отдохнуть. Шкатулка для писем и прочих записей. Скромно, но все мое. Момент. Не сомневайся во мне, друг. Наш путь ясен. И нас ждет лишь слава. Прощай, Эйвор. Прямо сейчас? Так, прошу. Иначе никак. Но я же... Что там случилось? Басим уже отправился в путь? Сигурд тоже уезжает. Это правда? Мы знаем, что лагерь сынов Рагнара на севере. И стоит навестить их, чтобы закрепиться в этом краю. Басим отправился туда? Не думай, чем занимается Басим. Наши дела важнее. Я держу путь в Леда Честершир, в город под названием Рептон. Буду ждать тебя там, Эйвор, как только освободишься. Я уже готов. Нужна только лошадь. Пока нет. Иди к Рандви. Выполни ее поручение. Расширять поселение мало. Нам нужны новые союзники. С парой друзей Англию не подчинить. Тогда с тобой поеду я, Сигурд. Лучше меня спутника не сыскать. Нет, Даг. Твое место здесь, с воинами. И ты будешь подчиняться Эйвору. Легкого тебе пути, брат. Я прибуду, как только смогу. Да. А я возьму на себя дружину. Подчиняться Эйвору? Это что, проверка? Вполне возможно. Сигурд крайне мудр. Я скорее буду подчиняться блохе. Эйвор, пока я не могу похвастать конюшней, но если по... Строишь что получше, я смогу держать отличных скакунов. Нам пригодилась бы хорошая конюшня. Попробую помочь.